По-моему, что-то есть. Что-то... Что-то сидит. Так, скорее всего, ну-ка. Есть контакт. Есть контакт. Небольшой судачок. Все равно приятно вытащить. Зубастый. Зубастый зверь. Всем доброе утро. А может, кто-то смотрит вечером, то добрый вечер. Выехал я сегодня половить на спиннинг на реку. Сначала хочу попробовать половить судака на джиг вот в этом месте, потому что мы здесь уже раньше ловили, и он здесь стоит, здесь ямка. Вот. Одного судачка уже поймал. Минут 20, наверное, покидал, вот первый судак сел, ну, таких небольших размеров. Сейчас еще дальше буду кидать. А так в планах у меня еще сплавать на малую реку, вот в ту сторону. И там я в прошлом году ловил щуку. Там был мой самый крупный экземпляр. Хочу по старым местам проплыть, покидать. И третье место у меня есть. Это ближе к тому месту, где я лодку собирал. Сплаваю туда. А может быть, еще и подальше, если время будет. Солнце поднимается. Я сейчас еще пока в теньке сижу. Оделся сегодня потеплее, поэтому, в принципе, не холодно. Вот тут туман такой развивается слоями. И прям туман чувствуется, теплые потоки воздуха. Видел уже пару лодок. Даже три лодки. И, по-моему, там все парни были совсем молодые. Такое ощущение, как будто в школе еще учатся. Сетку вытащил. Прицепилась мне на крючок. Хочу приплыл к берегу, их надо выкинуть. Сюда вот. Опа. Приплыл я на маленькую речку. Сейчас буду ловить. Пытаться щуку. Как и в прошлом году. Заметил, сейчас приманку подтаскивал к лодке. Окунь преследует ее по пятам, но не клюет. Одна поклевочка была до этого. Тоже по ощущениям это был окунь. Пару раз так дернул ее. Не голодная, что-то рыба не хочет есть. Мама утка и утята. Ну, малыши какие гоняют. Сейчас трава от меня спрячется. Малыши-карандаши. Малыши-карандаши, чего вы меня не боитесь?
к маме поплыли. Попробовал, побросал я на маленькой речке. Один раз была поклевка окуня, но он так неохотно ее дернул два раза. Еще видел окуня, преследовал приманку. В общем, сейчас решил обратно выплывать на большую реку. Тем временем подороже немножко. И в это время как раз надо перекусить, а то уже желудок просит энергии закинуть. Взял сегодня с собой три яйца, три бутерброда и кофе три в одном заварил. Сегодня моя рыбалка заканчивается. Проплываю возле мимо такого красивого дома с постройками. Какая тут веранда построена. Наверное, классно здесь шашлычки жарить, сидеть под ней, кушать. Тут же лодка стоит, тут же мангал. Вообще шикардос. Ну, а по моей рыбалке поймала сегодня одного судака. Вот потом поехал щуку ловить. Что там не клевало, вот окунь там что-то, да, подергал. Потом решил еще там одно место проверить. Коряк много лежит под водой. Постоянно цеплял, ушел с того места, решил новые места посмотреть. Туда-обратно сплавал, тут и по кустам покидал, решил подорожил. Вот сейчас вот в обратную сторону уже, думаю, тоже подорожу. Может, мало ли что попадется. Одну приманку оторвал. Сейчас, наверное, мне еще до машины где-то минут 15 вот таким неспешным ходом идти. Вот, и буду завершать сегодняшний рыболовный день. Ветерок подувает. Непонятно, то холодно, то жарко. Когда в спину дул, я разделся, было жарко. Сейчас опять оделся. Ну, сейчас на берег выйду, там будет жарко. Так-то теплый день обещают. Ну все, в принципе. Всем пока.